Ольга Изотова в субцехе живет около года. Рассказывает, здесь периодически возникают перебои с электроэнергией. Мы постоянно испытываем проблемы с энергоснабжением. Постоянно отключается свет, всегда это происходит в самое неподходящее время, выходные, на праздники. Новый год мы 4 дня были без света. На газа у нас тоже нет. Поэтому в квартиры у нас 7 квартир. Из них в 4 квартирах проживают маленькие дети. Возмущает то, что администрация сельского округа, зная такую ситуацию со светом, не обеспечит людей хотя бы горячим кипятком, хотя бы кипятком. Конфликтующие стороны встретились вчера вечером у подстанции. Глава субцехского сельского округа жителей выслушал. Заместитель главы курорта Владимир Забураев уже был знаком с проблемой. По всему краю искали новую трансформаторную подстанцию взамен сгоревшей. Сюда же приехал начальник анапских районных электрических распределительных сетей Сергей Шевчук. Мы будем работать. Слышь? В этом плане. Если придет рано машина, быстренько, будет работать и ночь будет работать, чтобы подключать трансформатор менее. Глава курорта взял проблему под личный контроль. Сегодня новая подстанция прибыла в субцех. Энергетики ведут ее монтаж.